Доброе утро. Здравствуйте. Сейчас покажу. Так. Я тут самый первый пришел. Готовитесь, да? Ну да, у нас же сегодня престольный праздник. Нет, сейчас катастрофа тут небольшая. У нас тут нижний алтарь такой транзитный. Катастрофа, уголь упал у меня. Что значит упал? А то, что его взял вот этой штукой, а он у меня в пинцете развалился. Вот. И чё? Ну а веника нет. Куда-то они все спрятали, я ничего найти не могу, а я тут один. Они все попрятали, я найти ничего не могу. Покажи, что там у вас есть-то еще в алтаре. Что-что? Еще что там в алтаре у вас? Не, никого нет, я первый. Ну вообще, я тут... вообще что там есть в алтаре? Сейчас покажу. Так. Вот тут на другую камеру-то можно перейти? Нет. Тут ремонт. Видите? Вон. Протекает все. Угу. Некачественно все сделано. Это нижний алтарь у нас, транзитный. Сейчас такой. А там-то ремонт идет, как я говорю. Сейчас кто-то из Пономарей должен все равно прийти. О, пришел. Слышу голос. Один из старейших Пономарей идет. Еще советского времени, в 50-х годах Пономарь. С того времени он еще Пономарь. Митрополит Вениамина и подьяконом он был, Фетченкова. А митрополит Вениамин, Фетченков духовный, чадо Иоанна Кронштадтского. К нам идет, сейчас он. Сейчас увидим. Голос слышу его. Так. Он немножко удивится, что я так рано. Кто это тут? Мирон. Это что? Больной. Ну, это по телефону. Помнишь, мы иконку освещали? Леонид Михайлович, помнишь икону освещали? Комнату? Икону. Икону? Помнишь, я вот тут еще выжил, да, освещаю ее. Я не помню. А, икону? Да. А вот это Сергей, который писал эту икону. А, ну вот это Сергей? Да. Молодец. А он что, здесь в больнице еще? Нет. Да. Он из Воронежа. Это Воронеж. А, Воронеж. А, вон, да, да, да. Это из Воронежа. Сергей из Воронежа. Ага. Вот. Ну, Валентин Михайлович, сейчас будем служить молебен. Ну, ты же видишь, я старался. Молодец, молодец, Валентин Михайлович. Чего, сейчас бегать, я пришел, и все готовенько. Молодец, а я уже видел, что сделал. Я знаю, что вы в 7 часов пришли уже сейчас. Конечно, молодец. Чтобы нам не тянуть ничего. А я здесь один уже хожу полчаса. Как машина делается? Делается. Нет? Делается, помаленьку делается. Сколько ему годков? А сколько лет вам, он говорит? 42. А вот, помните, можешь поговорить. Даже? Конечно. Как звать? Сергей. Сергей. Дай Бог здравия вам. Спасибо, Господь. Дай Бог здравия. Выздоравливайте. И чудеса иконописи. Дай Бог вам здравия. Спасибо, Господь. А? Спасибо, Господь. Спасибо. Ага, во славу Божию. Это у меня видите, я уверен. Да, да, уверен, с вами уже разговаривать. Чудесно. Да, понятно. Да. Вот техника какая-то сюда же. Конечно. Ходил это слушать. Понятий Михайлович, вот смотри, что я сделал здесь. У меня тут уголь упал. А виничек где? Я виник найти не могу. Ну, ты
за угол ничего не сказал? Смотри, угол такой видит. Угол. Я сказал, кроме пылесоса здесь ничего не набрал. Обеник. Все собрал, все находится теперь в раздевалке. Прям как захочешь, сразу в угол. Угольчик выбери. Я туда все отнес, пришел, подвел, говорю, тебя Денис Власович. Только так, чтобы у нас не было такого оттепаха, во-первых, огонь идет. Да. А тут ты видишь. Красотища. Так, сколько времени там? Сейчас я пришел. Храм сейчас. Мы сейчас молебен послужим. Ну вы не убирайте, я поприсутствую. Конечно, не уберем. Так. Так, про скомидию мы служили. Вот это прихожане у нас насобирали вот такую чашу. Сейчас покажу. Видно, нет? Вот чаши. Вот такую чашу насобирали. Потерь собрали. Откуда же? Софрина. Софрина заказывали, да? Софрина сделали потерь. Вот так у нас. Сегодня должны, наверное, к нам приехать братья монастыря. Приедет. Пригласили их. Должны. А там такие они добродушные. А что за монастырь? Богородица Алексеевский, Томский. Ну, они на службу приедут, да? Да, да. Приедут. Потом трапеза у нас будет. Сейчас могу даже показать трапезу. Сейчас. Качество плохое, правда. Сейчас. Ну да, у вас и огромные помещения какие. Ну это прямо вот здесь. Трапезный рядом. Видите, у нас в храме, как прихожане себя ведут. Тишина, болтовни никакой нету. Сидят. Это я их сейчас, наоборот, искушаю вот этой штукой. Хорошо, что-то. Не считают, фотографируют, ходят. У нас вот сколько времени. Все. Видно часы? Ну да. 8 молебен будет. Еще бы какой-то панамарь пришел бы. Ну как камеру-то держать? Может куда-то хоть поставить ее, чтобы общий план был. Ну. Сейчас, там бабушки одни, они в этом слабо разбираются. Скажут, батюшка сам с собой ходит, беседует. Кто я? Ну, они скажут, батюшка ходит сам с собой, беседует. Ну. Они же знают, что там никого нет. Московская икона, писанная в Москве. Старая, да? Нет, не старая. Ну что, Валентин Михайлович, люди-то пришли? О, Виктор пришел. Здравствуйте, Виктор. Бог благословит. Ну, делайте поклон. С человеком из Воронежа разговаривает. Батюшка, что надо сказать? Пришел куда? С престольным праздником. А что такое? Боже мой, что за лицо такое? Мир вам. Вот. На службу не может прийти. Понимаешь, Виктор? А я ему просто по видеосвязи прям службу показываю. На прямой связи. Живую службу. Поддержишь? Виктор, Виктор, все нашел, все уже вынуто, все сделано. Виктор. Поддержите камеру.
Что, посмотрим. Просто на молебен. На молебен послужим. А вы камеру подержите на меня вот так. Вот так просто. Направо. На молебен, а не сейчас. На молебен. На молебен, то сейчас будет. А, не сейчас, да. А вот сейчас я в один свет. Просто вот так поддержите. Как. Ну-ка. Видно все, Сергей? Ну да, повыше чуть-чуть. Чуть повыше вот так. Повыше. Вот, вот так, да. Вот, вот так. Просто это зрелище такое. Очень необычно. Это человек прямо из Воронежа. Понимаете, что? Двигаться не может человек. Значит, лицо нехорошее. Лежит. Человек. Человек лежит. На празднике не будет. Вообще есть. Вот мы еще сделали. Кадилы надо. А как бы не кадилы уже сделаны. Обдуй только его. Все у нас. Не, уголек не тут у нас. Да нормальный уголек, что тебе? Уголек специально для нас. Какой уголек? Сарский. Так уже никогда. Значит, горит, горит. Запах нет. Пепел весь сгорает. Чудо нет. Но она говорит, он дороговатый, но на праздники пойдет. Нам тоже разверять, выкидывать же не будешь. Потом. Сейчас. Этот же выкидывать не будешь. Я не буду, так они сейчас сгорят, пока служба начнется. Ну сейчас же, Валентин Михайлович, молебен, а на молебне нужно кадилы. Сейчас. А молебен прямо сейчас. Все, пошли. Валентин Михайлович, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Так, отче, вот ладно, говорите, очень красивый, душистый. Так, Виктор, зажги, пожалуйста, свечки. Больше тишина, уже три человека, уже хор. Уже хор. Вот никогда нас не бывает. Слышит нас сейчас. Спасибо, Господи, да, здравия вам души. Сергей, мир Божий. Мир Божий. Так. Добро пожаловать. С чего начинаем? С Тресвятого? Thank you.
Это наш ход, наш храм. Серьезно? Просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого страшуся. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое. Премудрость к евреям послания святого апостола Павла, чтение вонмем. Братие, святе и освящай ми от единого вси, ия же ради вины не стыдится братью нарицать и глаголя. Возвещу имя братии моей посреди церкви воспою тя, и паки аз буду надеяся нань, и паки си аз и дети, я же ми дал есть Бог. Понеже оба дети приобщишася плоти и крови, и той преискренне приобщися, тех же до смерти упразднит и мощика державы смерти, сирич дьявола, избавит сих явицы страхом смерти через все житие повинни пеша работе, не от ангелуба, когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет, отнюдь уже должен бебо всему подобитесь, братии, да милостив будет и верен первосвященник. Я же к Богу воежу очистить и грехи людские, в нем же по пострада сам искушенным, может, искушаемым помощим. Премудрость прости и услышим, святаго Евангелия, мир всем. От Иоанна, святаго Евангелия, во время оно взыдет Иисус во Иерусалим, еже в Иерусалиме на обче купели яше глаголице еврейскими песта пять притворы мощи, в тех слежаше множество болящих, слепых, раных, сухих,
чающий грешение воды, ангел Бог Господень на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду, и же первые влазыши по возмущению воды здравы ваше, я тем же не думал, а я жив бы ваше. Слава тебе, Господи, Господи, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Всевышний мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всего мира благостояние святых Божьих церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, в храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим ходящий конь. Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце нашем, святейший патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Ростиславе, и о всей его Христе, братья наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. О ними стране нашей власти, как воинстве и я, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране веры, живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорасположении воздуху, по изобилию плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, я спасение, Господу помолимся. Господи, помилуй. О теже, осветитеся водам сим, силу и действуем и на этим Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О теже, снисходите на воды сия очистительному, присущные Троице действу, Господу помолимся. Господи, помилуй. О теже, быть и воде сей целительной души телес, и всякие сопротивные силы отгнательной, Господу помолимся. Господи, помилуй. Одежи и спасати, Господу Богу, благословение Ордана Мая, святите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. О всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, же просветитеся нам просвещением разума и единосущной Троицею, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я, Господь Бог наш, покажет мне сын и наследники царствия своего воды всех очищением и жертвоприношением, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшая сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе Господи! Я-то подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сына и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, великий именитый, Отче Господа нашего Иисуса Христа, творяй чудеса един, им же не с числа Его же глаз на водах многих, Его же видишь воду боящуюся, и сметошися бездны множество шума вод, Его же пути в море и стези в водах многих, и стопы Твои не познаются, и же крещением единородного Сына Твоего воплощенного,
И сните нам, Пресвятого Духа, в видении голубя. И Твоим отеческим глазом иорданские струи светил еси. Тебе ныне смиренно недостойней раби Твои молим и милисердием. Пошли благодать Пресвятого Духа на воду сию. И небесным Твоим благословением благослови, очисти, освети ее, и даруй ей благодать и благословление Иорданова, и силу вся скверную очищающую, и всякий дух исцеляющую, и бесов из всех наветов и козней прогонительную, и яви ее силою, действуем, и благодатью Пресвятого Духа быть и всем от нее с верою пьющим, приемлющим же и кропящимся рабом Твоим. Грехов оставления, изменения страстей, прогнания всякого зла, умножение добродетелей и болезням исцеления, домовом же всякому месту освящения и благословения, губительных и всяких злотворных воздухов отгнания и благодати Твоей присвоения. Тех, Ты еси благословляя, освящая всяческое Божие наше, Тебе славу воссылаем, цени народом Твоим Сыном, сопресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Спасибо, Господи, под крестом держи, под крестом, вот так. Теперь сюда переходи. Спаси, Господи, люди Твоя. Спаси, Господи, люди Твоя. Что в ней? Свечи туши. Васька, хор брызни. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Спасибо, Господи, помилуй. И еще молимся великому Господине, за нашим святейшим патриархом, и о Господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Ростиславе, и о всей его Христе, братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой Сыне нашим, на всех и воинстве и я, да тихо и безмолвно житие поживем, во всяком много чести и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Соты человеческие исправляй, Господи, призри милостивно на рабы Твои сия. Ты, Михаила, Веронику, Дмитрия, Анастасию, Анастасию, Илью, Павла, Сергия. И прости им всякое прегрешение, вольное, женевольное, благослови, благое намерение, советы, исходы, входы, сопутешествиями, справи. Прилежно молим Тебя, услыши и помилуй. Вечки молимся милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божиих. Дарьи, Галины, Евгения, Евгения, Татьяны, Анны, Галины, отрока Андрея, отрока Владимира, отрока Владислава, Игоря, Светланы, Дионисия, Виктора, Геннадия, Виталия, отроковицы Вероники, Ольги, Романа, Анастасии. Были еще Сергия. Святейшего патриарха Кирилла, митрополита Ростислава, епископа Силуана, игумена Матфея, игумени Ирины, Ирии Владимира, Ирии Андрея, Ирии Сергия, Ирии Александра, монаха Галактиона, болящего Александра, болящего Наталья, болящего Евгения, младенца Артемия, Татьяны,
болящего младенца Стефана, болящей от раковицы Людмилы, болящей Марии, Людмилы, Елены, Михаила, Дионисия, Романа, Ирины, Ирии, Дионисия, Ирии, Андрея, Ирии, Александра, Ирии, Сергия, Диакона, Андрея, болящей Анны, Анатолия, Надежды, Алексея, Натальи, младенца Матфея, от раковицы Анны, от раковицы Анастасии, Дионисия, болящей Валерии, игумена Матфея, Наталью, Людмилы, Андрея, архимандрита Иоанна, игумена Матфея, Валентина, Иоанна, Наталья, Анна, с очадами Алексея, Ксения, с очадами Вячеслава, Николая, Виталия, Людмилы, болящей Елены, и всех, ныне нами поминаемых, и всех православных христиан, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Возвышенный Боже, Спасителю нашу, пование всех концов земли, и сущих море далече, и милости в милости, в Боге, Владыка, всех наших, и помилуй, и милости, в Боге, человек, и Бог, и сил, и Тебя слава воспевай, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Кирилл, не славнейший, не сомнений, Серафим, Преподобных и богоносных отец наших всех святых помилуй, спаси нас, яко благо и человека любит. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи чисто прими молитвы твои, и избави нас от всяких нужды и печали. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за молитву, с праздником. Сейчас будет Человек из Воронежа, он 15 лет лежит на постели, вот, он прям на связи принял с нами, из Воронежа. В храме уже давно не был. Он не может ходить, он 15 лет. Сколько вы лежите, Сергей? 12 лет. Взрослый выглядит, как взрослый. Вот он с нами говорит. Да. А Сергей попросил, вот смотрите, побывать в молебнах. Человек, сколько, Сергей, ты лежишь уже? 12 лет. 12 лет. Не вставай. А он в храме был когда-нибудь? За это время ни разу? Первый раз, вот за 12 вот. Лет. Вот наши отцы. Мир вам, отцы. Здравствуйте. Ну, Сергей, заканчиваем связь, да? Все. Ну да. Спаси, Господь, батюшка, благословите. Бог благословит. До связи, встретимся.